Добрый вечер. Спасибо. Ну, традиционное вступление, я уже привык к тому, и зрители этого зала тоже привыкли к тому, что практически все концерты начинаются с того, что я выхожу и несколько слов говорю. Благо сейчас такой повод сегодня, что мне есть что сказать. Вот как устроена жизнь, довольно-таки неожиданно. Не было у меня телевизионной жизни, скажем так, никогда она не особо была и нужна. Но вдруг она начинается, и все это начинается с телевизионного проекта, который посвящен тому, чтобы найти новых исполнителей, найти новых певцов, вокалистов, людей самобытных, людей со своей манерой, владеющих голосом и то, что обычно называется перспективных. И когда все это началось, поначалу казалось, что, в общем, ничего особенного, а когда проект стал потихоньку развиваться, выяснилось, что действительно мы угадали, и очень много талантливейших людей, молодых людей, красивых людей, со своей харизмой, со своим каким-то видением мира, неожиданным для очень многих, в одном месте собрались. И надо сказать, что была на первых нескольких сезонах очень дружная обстановка в, скажем так, коллективе наставников. Мы не завидовали друг другу, мы помогали друг другу, мы следили за успехами друг друга и принимали достаточно активное по мере возможности участие в жизни и в творчестве конкурсантов, которые даже не входили в нашу команду. И так получалось, что кто-то у меня что-то спрашивал, кому-то я что-то говорил. Все это было по-доброму, и не было задачи вот обязательно выиграть кого-то, задавить, победить, знаете, вот так. Ну, как часто бывает в спортивных соревнованиях и даже в конкурсах. И очень приятно было, что неожиданно совершенно для всех в финал вышли, в окончательный финал вышли две замечательные девушки из Татарстана. И Эльмира Калимуллина была хороша и прекрасно себя проявила, и Дина Гарипова прекрасно себя проявила, и все понравились зрителям, и за них голосовали. Ну, так вышло, что больше проголосовала за Дину, но это ни о чем, как мне кажется, не говорит, кроме того, что они обе очень здорово себя показали. А развивалась карьера по-разному. Дина сразу показала себя в разных аспектах, и у нее были концерты в Москве. Но, к счастью, так получилось, что Эльмира тоже не потерялась, и очень много работала над собой, и мы дождались момента, когда она решилась на первый сольный свой концерт в Москве. И для нас большая честь, для нашего зала. Во-первых, что вы сегодня пришли, спасибо вам большое. Это я уверен, что вы получите сегодня настоящее удовольствие, потому что это все живая музыка, это все живое общение, и по-другому это здесь и не может быть. Приходите к нам в театр, вы убедитесь, вернее, в том, что так и есть. Вот этот ее сегодня первый сольный концерт для нас, еще раз повторю, большая честь и удовольствие, что она решилась его сделать в нашем зале. Остается только сказать два слова, поблагодарить вас еще раз. Дальше она будет полностью царить на сцене. И, кстати, замечательно, что в ее концерте принимает участие замечательный певец, вы его увидите. И он тоже был в голосе и тоже был очень замечен хорошо. И в то же самое время он был в моей команде. Это не мешает им сегодня на сцене встретиться вместе и радовать и себя, и вас. Итак, мы начинаем концерт, и я объявляю с большим удовольствием Эльмира Калимуллина для вас поет.